Я ж тебе люблю, ты PvP-шишка. Без одежды, блядь. Так, тонтить, кто умеет? Вадикон, кто еще? Даже не знаю, кто еще. Хульдринг еще умеет, да? Рарник, ты научился тонтить? В конце. Не пробовал еще. Я умею, но у меня, блядь, на варе почему-то не показывает каст ебаного В каста. ДБМе поставь галочку, будет показывать. По-моему, я заходил, на сейчас гляну. Я именно, по-моему, если я иду, вот у меня на холи-пале показывают. Если я в танке, тоже показывают. А если я в ДД, не показывают. Тоже не показывал, а галочку поставил сначала. Скажи еще раз, где поставить надо галочку? Ну, в смысле, я открыл босса, все. ДБМ. Это, я понял, я профукал. Проф. Так, ставлю рыбу. Так, сейчас скажу. Так. Ты же чумашный? Значит, СС и Ляночка на Мэдфокса, а Притон на Друид Инвалида кидайте. Вот, короче, открываешь ДБМ, проф, третий этап, мутировающая чума. И там ставишь галочку. Напротив роль или объявлять количество? Ну, у меня и там стоит. 10 секунд, ну да, согласен. Сейчас, скорее всего, будет показываться. Рарник. Че, Иша, да, на боссе? Да. Так, сначала... Там сдохли люди. Сначала в кукле постою, там не пуляйте пока. Друиды постакают эту хуйню. Присты дайте, пристакбал. Там это... Ну, что это за луковский портал? Этот. Да ебаный, я ебал эту хуйню нахуй. Я понял нахуй. Так, Хэлла, ну-ка поставь метку. Вот тут вот. Вот тут вот поставь метку. А не там, где луковский портал. Хэлла, есть ассист, я тебе дал? Поставь там метку. А то люди не добегут. Давай на поле дринка я поставлю. Сейчас просто так манул жрёте хилом. Я поставил трусики. Чё? Видели трусики, где весь рейд? Вот туда будете сбегаться на этот, на зеленый переход. И метку для оранжевого поставлю сразу. Для оранжевого просто тут стойте в центре, да и все. Все, на счет 3 начинаем. Раз, два, три. Нихуя. Уже выбегаем. Загорело на работе. Мэтфок с ресой Притона. Мне не надо, не ресы. Я лагаю, что-то пиздец. А, пиздец, блядь. Так ты определился очередно, кто там тебе... Радикон первый, ты второй, а дальше хуй знает. Связня бьем и фул по профу, профу уже веди. И фул по профу, разгоняемся. Лужи выходим. Готовимся. А, нихуя, 84 нахуй. Будем стопать, красного бить. Стопайте, отойдите от профа. 2%, отойдите от профа. Доту сейчас до 80 доведут. 1,6%. Красного объем.
Как мало хп у красного будет, так можете профы переводить. Все, профы бьем, 0.5%. Мы уже выходим. И готовимся в треугольник забежать. Падать никому нельзя, мы минус один играем. Притон разлаги. Ну ебаный, я понял нахуй. Минус два играем, блять. Хуею, блять. Менее отбегаем. Что? В зеленую летит хуйня. Скорее всего это хуйня идея нахуй. Притон, ты разлагал там тебя резать? У нас так-то ДПСа не хватает. Я хуй знает, у меня 420 сейчас пинга в данный момент. Ну так, ну, ты так камерой крутишь, у тебя бегают люди или что у тебя? У меня пельмени летят в данный момент, я не знаю, что у вас происходит. Так хуй убьем, блядь. Слизень готовимся. Скорее всего, это затея хуевая, блядь. Да, пробуй. Да ладно, в целом. Так, сейчас будет красный, готовимся. Красный убьем. Уже уходим. Вот кто сейчас в другую сторону отлетел, не туда, куда надо. Я понял, нахуй. Молодцы, нахуй. Вот всегда так делайте, блядь. Во-первых, что ты там в Белизоне делал, блядь? Я в ахуе просто. Это... Не спалите куклу. Замена, плюсуйте, кто там есть на замене. Заходим в лужу, падаем, стоп-хил. Не вставать. Беги, малышка, беги. Не вставайте, диван. Где еще? Вы если стоите в мели, блядь, вставайте вплотную к нему, блядь. Потому что люди стоят вплотную, а он за вами, блядь, за спину заезжает и нас кидает куда-то, блядь. Непонятно. Притон. Да, да, я репутнул модем, сейчас попробуем. Ставим шкаф, суммоним. Яночка, вставай. Ставлю рыбу. Тыкните в шкаф. Сумоним Авиланию. Ну тыкните, ну.
А вы на сопротах сейчас или на фласках? На фласках. А можно тогда попросить на ап? Да поставь ГБ. Чё? Поставил. Спасибо. Да, рвиз бигдам чилит. Да, ну, съел же ведь. Но. Заебись. Заебись, вода. Чё, притон, бегаешь нормально? Вроде только прогрузился, пока не знаю. Ну, на профи имейте в виду, прям заранее думайте. Да. Старайтесь убегать, потому что лужи двойные бывают. Не, ничего не такое, что просто... Бля, Биг Дэм заебал. 7 фласок не чересчур. Где? Ну, он против тебя, блич, ты. Можно, говорит, фласок 7. Это вопрос, наверное, он ставил. Ну, вопрос был позже. Пинта, пристаба, флапка, блядь. Каста. Ну, лежит же еще этот дроид. Все встанет, всех забафает. Что-то я на месте. Я, конечно, очень рад. Но... Я писал, что ты отбил. Это все круто. Био. Биомашин. Ты такой. Закханыч, хрудринг. Нажимайте, да. Кукли пока. Ешьте рыбу. Рыба, рыба. Хотайте. Свежая рыба. Пропустим-то, пожалуйста. Чё, Войт, упражняешься? Ну, блядь. Опа, опа. Зарядка. Хорош? За ЗОЖ. Да там пед забирает. Но пиво не пьёт, уже хорошо. Так, давайте. Подходим. На счёт 3 пулять будем. Раз. Два, три. Сейчас уводить его все равно. Вы уже вышли. И по профи прям по максимуму хуярим, не стопаем ничего. Вот Фокс друид инвалид ханта. Рисы. Хуярим, хуярим, не стопаем. Быстрее, быстрее, рисы. Фу баф. Ну быстрее вставай, баф по нему, в треугольнике побежали кто там. То есть слизни сейчас выберут, блядь, долетят до вас и пизда нахуй. Пиздец, блядь, никакого бафа на хп, да? Я ебал такого ханта, блядь. Саппорт тебе надо пить, блядь. Пельмени. Сука. Рви стрессы ханта. И фул ебаный баф по нему дайте. Ебаный в рот. Рвист. Так, встал. Захильте и баф по нему. Пристабаф, лапу, каску. Потом все остальное. И кулак тоже. Что-то две лужи, что ли? А, нет, вот оно. Луковский там пет какой-то, который и имп нахуй. 24 тысячи, его просто разъебет любая хуйня здесь. Пельмень 26 бьет, блядь.
Красного хуярим. Уже вышли. Ты заебал, блять. На замену сейчас пойдешь. Ни ДПСа, блять, и ХП нихуя нету. Пизда нахуй. Три БР нахуй. На дикон резко съезжу. Цирк ебаный, блять. Баф по седжу. А кто там красный? Красный выходит, красный убьем. Так, сейчас будет зеленый, готовимся. Уже вышли. Так. Попрофу больше хуярим. Не знаю, сейчас посмотрим. Верьте побольше. После красного будем переводить. Верьте. Пизда нахуй. Стоп. Стопайте по профу. Красного зергаем и готовьтесь. 1%. Быстро красного. И. Не люблю сдох. Ну это круто, но лужи, Но БР только у меня. Профа быстро переводим. В треугольник бежим вокруг лужи быстрее. Сейчас там надо будет вставать туда. Треугольник. Зеленые люди. Я не люблю ресну. После дням играем. После незыбки дашь масса круглым ручем. Через 6 секунд. Захиливайте на фул всех быстрее. Зеленого быстрее зергайтесь, себя подхиливайте. Все, куклу диспелим. Так, не люблю. Смотри, сейчас лужи разольются первые. Быстро встань, захилься. Иннер тебе даю. Лапку дал. Тиру. Первый забирает Вадикон, так, один забрал. Все, Вадикон 3 забирает. Следующий хулидринг. Сука. Играем, короче, это. На какой секунде забираешь? Вернитесь поближе к луже, чтобы вы там полкомнаты не залили. Ражник, ты у меня спрашиваешь? Да-да. На одной. Так, на Вилаше 2 уже. На Вадиконе 2. Так, ну, это... Лина мне. Хулидринг следующий. Сильно много не отводите, то полкомнаты зальем. Так, один забрал, еще два заберешь. Верьте сильнее. Так, два есть, еще один. Так, три есть. Все. Так, на третьем с тебя я заберу. Давайте не зыбку, сакру по откату. Так, забери. Все, Рарник, не забирай, бей, все, бей. Я заберу, еще три на мне будет. Сейчас с третьего заберут нее. Все, я забрал, дальше я. Войда хилим. Слушай, выйдите себя, захильте по максимуму. Сейчас отведу в уголок.
Только не урони, Радник, себе бабл, ну, не уронись, не упадись. Все, два ляма добиваем сильно. На хп дайте гимн, на хп быстренько гимн дайте. 400 тысяч добивайте. Пойдет. Осколок. Я ебал. Колбагер, хуя, привет. Колба сыпет, да, второй, когда колба? Ну, пиздец, нахуй. Я только подумал, что сейчас колбу выкинуть. Чё там, как дела ебануло, там? Да? Нормальный лут, да, пацаны? Колбас. Я понял, нахуй. Пацаны, блядь, лутают, ебать. Так, а вы обвела не угодцы, получается? Так у меня есть колба. У тебя есть, задонатил. Он же фетиш, блядь, обменял. Он не слушал меня, я ему говорил, не донат. Так ещё колба выпала, сколько прошло, 3 месяца, блядь? Какой 3 месяца? Месяц, даже меньше. Вторая подряд. Вторая кряда. Ну, ГЦ с колбой, чё, паладины? Она да сейчас я заберу. Никому. Да, собирайся, Эдж. На рогу, прям сам это, да? Да, на рогу. Дайте. Писовая триня. Бля, на алхолика можно так-то ещё потестить. Блин, топа на 100 дпс обогнал мне. Чё там? Так, защитник. Гулять-то гулять, да? По-любому, Хэлла ГЦ. ГЦ, гламур. Да, ГЦ, гламур. Чисто бонусы Найки сохранились. Да. Если деньги засеял. И начало сыпаться, сука. Что, мы принцов или... Принцы, Элана и дальше. Все, по кругу хуярим. Ну-ка, Лин, коните развертку с хилом, с абсорбом. Мы на лане, на лане сопрот пить или нам, или банки? Да, под ДД будем как есть, ну, чтобы не перепивать банки дорогие. Там посмотрим. Да должны выдержать вроде. Так, что это получается? Ладно, рвисты неплохо. А что это, у гламурчена первое место, это хил с абсорбом? А чем он так дает абсорбом? Это щитками так, типа? Да, щитками, да, щитками. Да, забей, чтоб свет небес на шестом месте. Даже на седьмом месте у него абсорб. Получается, нормальному месте. Типу колбу отдали. Нет, он-то нормальный тип. Вообще повезло, что он у нас появился. Да, повезло, что колбу. У него 3 спека, нахуй. Он не просто односпековый хэпал, он, блядь, тип трехспековый. Он и танчит, и дамажит. Мультиспек, челик чисто. Да. Такие... А теперь это... Такие челики, это заебись. Вилани задет вообще жестко. Теперь эта колба в душу запала кому-то. Я, блядь, лучше промолчу. Не, ну ГЦ, хули. Это как бы круто. Я чувствую в твоем голосе немножко обиды. Ну я же купил типа фетиш еще в ноябре. Мне не падала колба, и я, блядь, обменял фетиш на колбу. Ну это ошибка, я же тебе сказал, я предупреждал тебя. Не, ну чё, типа, фетиш хуйня. Сейчас типы Т5 еще подонатят, блядь. Выкидывай нахуй фетиш, слышишь? Да, выкидывайте фетиш, парни. Вдох. Ну, хз, я бы вкинул наоборот. Так, ну я на двоих. Это что, без опасения можно мишкой танчить, трёпка по двум целям бьёт. Блядь, била бы трёпка, сука, по трём, блядь, нихуя я бы кайфовал. И мишка хороший танк, что-что, блядь, такой прям стабильный, жирненький. Только сейвов у них, сука, хуйня, кот наплакал, блядь. Т5 еще вроде как-то по живучести повыше. Но в Т5 нету инера и этого, и БР, блядь, без смены формы. Вот туда еще да, это. Да, еще бы ревностного тебе. Как живой со словами играет, говорит, у мишки сейвов мало, кот наплакал. Кот. Типа другим. Ну хули ты хотел? Че, все? Игра слов, она такая. Ладно, давай в правую пачку. Ёбаный. КД нахуй. Смотрите, по стеночке стойте, чтобы если командир чаржнулся у вас. Опа, забрал нахуй пацана, блядь. Спас просто кого-то. Так, рыцарь крови, иди сюда, блядь, стан. Никого не заебывает то, что я пизжу сам собой иногда? Вообще похуй. Это круто. Да, мы привыкли, что у тебя шиза. Это вместо музыки чисто. Да не, некоторые, мне кажется, некоторые сидят, наоборот, музон слушают.
Бля. Да зачем музон, когда есть войд? Хз, я радиус наслышу. Я вообще расстраиваюсь, на самом деле. На медведей вообще ноль внимания, нахуй. Мудаки, сука, админы, блядь. Я знаю, почему мои стримы на ютубе не смотрят. Потому что мы там лаги, ебать, охуенные. Да ладно. Ну как там, да на стриме? Да не, это не из-за этого. В натуре не из-за этого, за то, что РЛ долбоёб, да? Ты думаешь, так интересно смотреть вовские стримы? Конечно интересно, я же смотрю. Кого, лол? Вов. А, не все с лол, блядь. Я смотрю, как вы вайпаетесь. Я, чтобы войды смотреть, там надо зрение иметь какое-то нереальное. Да почему? Ну, так а чё там? Ну, качество нормально. Да у тебя FPS и ноль. Не-не, это Discord лагает еще и сам. Там забей. Так, кто там самый низкий у нас? Ну, в смысле, не гоблин, не гном, нахуй, а это... Я 176. Я 1.86 м. Ну, получается, я самый низкий. Да, я ответственного. Собираю всякую хуйню. Понял. Этот, я имею в виду этот, блять. По ДПС? Да, РДДшники. Ну вот чё, Unreal стопудово отрабатывает. И кто еще? Ну, Притон под лагерь. Давай Притона. Демон пускай босса бьет. Ну и кого-то. А кого еще? Вадикона, что ли, ставить? Давай, я постою справа только. Да, давай. Давай, значит. Анреальный. Со стороны звезды, с центра Притон смотришь, ну и справа смотрит Вадикон. Если что, если две в одной точке падают, то помогайте там. Крайний, это центральный помогает. И смотрите тоже другие. Это не значит, что вы освобождены от бития сфер, блядь. Если типа падает, сферка низко висит, то вы должны помочь. Что-то кинуть сверх туда. На физре освобождение. Освобождение, блядь. Так. Я вон джуса поставил справа возле... У меня справка. Справка бича. Так, надо намазаться. Так, на пулы на войда. Я двоих держу. Там с агрозой бисью должно быть. Так, проверка. Лапку разбафать. Хулидринг. Так, все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Я понял нахуй. Ну, зачем вы так бьете сильно? Он всплыло, блядь. Полдарам же пизды дает. Одна буря. Одна буря, одно тело. Одна буря, один труп. После вихря ресы, братка, пожалуйста. Отбегайте получше друг от друга, иначе будет хуёво. Две бури, два тела. Блять. Мэтт Фокс, холидринка, ресы, друид инвалид топу. Пожалуйста, блять. Я в берсу не хочу упираться на этом ебаном говне, блять. А что за 25 стаков на мне уже будет? А стопни, блять, постой. Постой, блять, ебаный в рот на месте, нахуй. Друид инвалид, как дела у тебя, блять? Равист, ресы, друид инвалида, Вадикон топу тогда. Смотрим на агро. Чисто баф, кулак, каску там, лапку, всякую хуйню. Вадикон, Вадикон топу. Сейчас все это. У меня тут две сферы. Ладно. Друид инвалид топу, пожалуйста, ресни. И не бегайте, сука, посмотрите дебаф, наведите мышечку туда и прочитайте. Темница тьмы, вот я читаю за вас. Движение, блять, наносит 850 единиц урона от темной магии, от тайной магии, нахуй. Как дела, блять? Или от темной? От темной. Синтек, чё, как дела? Хуёво. И синтек. Плюс. Ай, блять, братки, блять. Вот вы приходите каждый раз... Бабах. И лапку дайте. Каждый раз что-то новое узнаем, да? А я не знал, нахуй. Гера будет? Сказали, давайте Геру. Я пошел в туалет, но я описался, потому что я не успел открыть дверь. Вот так, да? Там воронка сзади. Это пример жизни или все? Нет, это пример. Сына. Пример мотивации хуёвой. Постоим, скинем. Ну, если мне сильно надо, я из тебя снесу. Вот, видишь, вот так должно быть, все должны быть мотивированы. Нет, я стаки сбрасываю. Отходим в вихрь, милики.
Авилан, это ты? Они должны быть мотивированы, как Седжу. Ну если, блядь, надо попасть в рейд, то, сука, стену снесешь. В центре кинет. Ну, вихри сейф надо. Ну, вихри сейф. Ну, сейва у меня нету, в принципе, так что я помочь ничем не могу, только разбегайтесь. Ну, вот видите, от бидона не разбежались, бидон тоже хуй забил и сдох. Юзай вставалку, захильте. Примите крест. Ставь тотем, шадоу гимна ману читай. Помогайте, пожалуйста, людям, которые кинетику держат. Так. Готовься, скоро келесит, отходи с шарами. Если келесит, то не бить, мы в берсу просто упремся. Поднимите крест, квадрат. Келесит обьёт. Руиды, дайте лапку, а? Ну, не могу с формы выйти. Рвис подрыть инвалиду, залей иннер. Вадикон по глабурчену. Кинетика новая появилась. 7 секунд смены цели. Там есть еще панцири, давай, если сферки кончаются. 5 секунд. Все, бежим на Талдрама, милики. РДДшники от Талдрама и хилы тоже метров по 20-25 возьмите. Пару прыжков назад сделайте. А то если шарик моментально летит, он вас шотнет, просто он разрядиться не успеет. Тут это жаркое пламя, смотрим на кого летит. Милики, это воронка, вон в центре, сейчас немножко отойдем. Так, отходите, заебись. Доберсы 5.30, процентов 46. Вроде успеваем. Ну по мане хуёво. Я помру. Валанар объём. Смотрите, сейчас будет вихрь. Кинетику падает. 3 секунды, готовьтесь. Кинетику повыше поднимите. На вихре, потому что... Кинетиком взорвалось. Пошли. Скидываем, потом немножко отойдем. И второй вихрь, смотрите, хорошенько разбегитесь. Если есть гламурчен этот массейв, то на второй вихрь массейв наш. Так. Бидону даю иннер. Вихрь разбежались. Келесит включился. Келесит объем. Один шарик, ничего страшного, главное, чтобы хотя бы два на тебе было. Вилаш хорошенько хилим. Он новые старайся гриппать. Как их там не разъебали. Если кончатся шарики, сразу не зыбку или что-нибудь там. Панцирь. Смотрите, милики, вихрь там осторожно. Скоро уже на Талдрама возвращаться. Лучше идите уже к Талдраму, там 10 секунд. Готовьтесь. 10 секунд к Талдраму. Ухуярим. Постоим, скинем потом. Постойте, поскидывайте, равный, поскидывай, не стакайте. Вы скиньте, блядь, висит 10 секунд. Вот, милики воронка. Вон она, отбегаем. Все. Так, гуся это объем.
Да ебать. Что это было, блядь? Сфера упала. Захильтесь, вам захили себя. А то какая хуйня сейчас полетит. Вихрь готовьтесь скоро. У него массакру дайте там сейвы свои и отбегайте получше. Вот отбегайте быстрее друг от друга. Все, на келесите добьете там что там пару лямов. Добивайте его. Там 5 лямов добьете. Сейчас я на друиде, воятель выпадет, блядь. Зачем тебе? Да... Нет воятеля, блядь. На ДК, типа, я на синдру одеваю. Там шмот меняется, меткость меняется. Надо, чтобы да, меткость... три штуки выпало, видишь? Да. Ну, а с леди, с ланы мне надо шею на мастерство. Такс. Рандрух и прист. Грудак. ЦТГ не берут, конечно. Скорость, меткость, кольцо. Так, медфокс 50%. Остальные 10 жмут. А, пизда. Че, сдохли? А-а-а. Бегите, 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 бегите оттуда, контрольте. Корни и бежим, сейчас я подбегу. Эти ебаные залупа. Бегите, бегите оттуда, контрольте, ферять их. Сейчас. Весайте пока всех. Так. Кольцо по итогу кому надо? Мудфок за 50 точно забираешь, остальные точно за 10. Ну так-то оно, ну, стрёмное. Мудфок с 10. Ну, если 10, то получается хэлла забирает. Получил. Так, напомните, значит, до щиты. Да, второго. Ебать. Как так? Главное, грота на нем не было. Он рандомно прыгает, любой удар делает. Максимально хуёво.
Так, рыба. Так. Хант. Это пиздец. У тебя уже саппорт, да, заебись. Так, кто там не уверен все? World. Что у тебя там по фласке? Давай-ка саппорт. Кто еще? Ну, это, у кого фласки кончились, давайте. Саппорт. Там милики вроде не должны сдохнуть. Киньте на обмен саппорта, войду. У кого хуёво там все. Или саппорт, если свои есть, то пейте. Кого прям пробивать будет. Так, ну я на боссе, значит, Вилаша на первую взлетку даешь на вихрь, на вторую уже после, там, как открываешься на пакт. Так, на первой взлетке тогда у нас... Чё же, как мы тогда сделаем? Кто покушает рыбу? На первой взлетке тогда надо будет друидов раскидать. Опа, вот. Курицу поставишь? Ну, хотя бы так. Да. Короче, на первой взлетке... Хуй с ним, гламурчен дашь массакру. И кто-то там на тьму, этот мастераур. На второй взлетке тоже кто-то мастераур. Потом, ну, гламурчен по откату. Короче, на первой взлетке прочитайте спокойствие. Вот Фокс, совы я прочитаю. Вот. Он реально, смотрите, не потеряйте. Укус, самое главное, не потеряйте. По укусу, если что, можно каплю дать. Кто там у нас? Рарник, Авелания. Рарник по первому. А Вилания по второму человеку, кто там будет со второй с укусом. Вот, ну и спокойствие дадите. Ну и на хп, короче, давай Shadow сдашь на хп на первой взлетке. Вот как именно начнет она кастовать, так начнешь читать. Хулидрин, короче, дашь каплю по Shadow конкретно, чтобы он не сдох. Вот, ну а на второй взлетке у нас будет, получается, не люблю на себя, да, разобы и будешь читать. Ну и Шелфир тоже будешь читать, выхода нету. Ну и все остальные, кто там хэлла цепуху, призан цепуху, чтобы подхил был, чтобы все на максимуме были, чтобы, блядь, не сдохли. Все, на пол на войда. Кинь от Фокса во вторую пати. Верно. Вторую? Да я вот не знаю, надо туда, не надо. А что везде были друиды? Давай, похуй. Все, тогда все, и друид инвалид тоже спокойствие прочитаешь. На первой взлетке. Ну а на второй будем уже там два гимна там как-то выживать. И все сейвы свои, все прям готовьте, и самое главное, на рендже стойте. Ставить хилы вам метки или похуй? Или, я думаю, от вас отбегут. Ладно, не будем ставить, посмотрим, как сыграете. Вилания, все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас чутка поднабираю и потом уведу подальше. В один фрейм станьте, пожалуйста. Да, да, под жопу, если что, стоим на фазе, когда лана тут. Все, сейчас отведу немножко ее. Под жопой босса стоим. Тени смотрим. Авела. Притон. И две тени другие, две полоски понесете в другую сторону. Притона захитите, пожалуйста. В другую сторону понесете. Готовимся, тени. Ламур. Бабл. Зажал себя. Следующие тени.
на другую сторону несете, где теней нету, по стеночке стараемся. И там будет с них диспелить, надо будет пристально сидеть дефир, надеюсь, есть. Он реально. И сдиспелите его обязательно. Обязательно сдиспелите. Готовимся. Пизда, это так вы сдиспелили? Да он далеко убежал. Читаем, читаем, спокойствие. Да иди, закан еще. Пиздец, нахуй. Бэтфокс, Седжу, Вадикон, Притона, резайте. Там один укус проебали. Мы в прошлый раз два прибили. Шанфет. Ааа, лагаю, лагаю, лагаю. Правей, правей. Мелики там. Там немножко. Не лагает очень. Ладно, пизду, ложимся. Есть там кто на замене? Беги, малышка, беги! Куда же сдох и получилось? Инвизибл. Некромантика. Уже пропала. Так, Андреальный, я тебя меняю. Вы даже сдохнуть нормально не можете. А то это слишком слабый у тебя хант. Совсем прям. Кто там еще бичуган? Дальше Авелания только идет. Просто как клеймо просто. Бичуган Авелания. Да, блять, я понял. Ну, по ДПС я просто посмотрел за Вану. Ну так-то, может, и нормально. Так-то пацан нормальный, но бичуган просто. Не, так после меня уже рарник идет. Бля, это полная параша, нахуй. Хант вообще пиздец, нахуй. Я не знаю, блять. Что надо сделать, чтобы он прям, ну, не дох, нахуй. Побежал, сдох. Или не здесь полезть. Вот как он сдох, нахуй. Далеко убежал, сказали же. Да, вот тоже. И убежал далеко, роящиеся тени. Ну, просто тени его заходят. И просто он в тени забежал. Либо он в фире, ну да. Да, потому что, блядь, его здесь пылить надо достать. Это ренжа нужна. А что там, бежим тогда, хули, блядь. Он, считай, у входа в комнату лежал. Все, он реальный, значит, это самое. Давай, что там посчитаем. 2 по 500, и сколько боссов? 3 плюс 2, плюс 3. 3 плюс 3. 8. 1800, плюс 2800, да? Подожди, хуйня какая-то. Или а квартального первого ты не считаешь, да? Все, ёпта. Сурок и проф 500, да? Ну это да. 1000. Теперь считаем, сколько мелких боссов. 3 это корабль, ребро и леди, и 2 тухлый и совет. Это получается сколько? 6 тухлый, на 3. Гнилой и совет. 1800 тухлый, плюс 1000, 2800. Все понятно. 3 плюс 3 тут получается. Так, вот тебе 2800. Я не знаю, как ты затупил на 2 плюс 3 плюс 3. Просто сколько это? Плюс константа, минус корень. Плюс доставка, плюс налоги, плюс на пиво. Плюс, беда, плюс, плюс синус, блядь. Синус, косинус, нахуй. Еще валик не били. Ебать, не агрим. Прием. Не сагрите. Там потом еще константа синуса там. Так, полетит она обратно, нет? Там уже можно в космос улетать. Смело, да. Смотри, Валька вот летит, обгоним мы ее или нет, блядь. Вот кто-то сагрит же по-любому. Смотри, она уже близко, блядь. Сейчас ульты сагрит. Нет, господи, я убегаю. Все, видишь, убежал. Не, ладно, не успел. У нее 4 лапки просто. Ну да. Читы. Тури. Да, понимаю, в пати 2 Эридара. Это что, плохо? О, сейчас мы сагрим. А, не успели. Так, инвизибла берем. Ну а хуй знает. Эридары крутые, у них копыта есть. Остальные вроде чё, вроде дамажат. Ну я не знаю. Тебе ну... не выносить вообще удобно, кстати. Типа, блядь. Блин, канулся вперед. Смотрите, Эя, некромантика, если только по луту чё надо. Ну, по приору, мне кажется, там есть, кто по приору заберет. Вот. Так-то пока смысла менять нету. Ну если кто-то вылетит, то сидите, будьте недалеко. Так, этот, не люблю щиты, напомни мне потом ЕП дать на этот самый, то, что ты КД повешал. По необходимости. Выдавал уже. Не за КД, а за, ну, за убитых боссов в конце. Я что, стремор? Ставлю рыбу. Один зритель.
Нихуя. Все, а пора Седжем на YouTube стримить. Твич, там, трово, блядь. YouTube! Нет, спасибо. Жрём рыбу. И лучше в Дискорде постримим. Твич тоже кал полный, я там стримил уже. Ну, тогда так лучше можно трово. Везде сразу стримить. И нормально будет. Да, тут хотя бы можно говорить, что хочешь. Субанули тебя. Да, можно всяких пидоров. На Ютубе тоже можно говорить, что хочешь? Ну нет, не совсем так. Да, блять, расскажешь. Там уже встречают политику. Мне иногда видосы пишут там хуйню, типа, мы посмотрели ваше видео и пришли к выводу, что, короче, оно, что вы, блядь, все бичи, оно, блядь. Оно не подходит для людей младше 18 лет, типа, и нельзя, типа, смотреть. То есть мы тут вообще хуйню какую-то адскую. Ну, потому что там маты. Да, так вы про негров тут, блядь, разгоняете. Не, ну пока... Сиди, Вика, и 4 часа матов. Ну, пока вроде за негры-пидорасы страйк не прилетал. Да, вроде страйка не прилетает никакого. Да, потому что подписчиков нету. Все готовы, даю отчёт. Осуждаем, да. На взлетке думайте только о своей безопасности, о своем ХП. Жрите камни, нажимайте клык, ключ, любую хуйню, блядь. Ревностный себе выбивайте, сука, с ТТГ, блядь. Потому что это пиздец. Падать нельзя, укусом тем более. Жестко лагаю. Хорошо, что танк не так требователен к FPS. Я завис, сука. Пизда. Два кадра в секунду, нахуй. Второй, ты инвалид. Отошли. Да ёбаный в рот, а. Как так-то? Нормально? Нормально тебе, паскуда, тварь? В зал ко мне заниматься. Так. Отток. Умер. Так он просто в стене забежал. Сука, мы фокс нахуй. Ты что, бич? Этот... Рави, стрессы. А, он еще и хил, нахуй. Он же хил, рави, стрессы его. Вставай быстрее, захил его. Дай ему индер. По гламуру дам. Вот эти сейчас тени будут, надо диспелить. Бидон, диспелить братка, не убить. Тремор там поставь себе на ходу. Давай, я рависта, наверное, пошел, где равист. Давайте, только и сразу ж... Ёбаный, ну захиливайтесь. Сука, спокойствие читаем. Не, я хуйло укушу, Равис далеко. Хорошо, Закханыч без укуса был. Закханыч. Меня... Я тебя... Меня фиром в лужу загнала. Похуй. Ресайся, вставай. Захилить его. Захилить быстрее. Убав по нему. Убав, каску апрест убав. Вот Фокс, что-то маны мало, блять. Так. Ставь тотем. Шадоу на ману читай. Укусы 4, хорошо. Главное, укусы не проебать. На второй взлетке вообще пиздец. Там и шалфир читай на ХП. Так, сейчас, да. Вот, два гимна есть у нас. Только главное этот... у кого капля есть, подзарядите там. Гламур, если есть бабл, просто... 10 секунд капли. Бабл дашь. Каплю, ну, этого, на шалфира. Не люблю по себе зубы там. Укушу мага. Укушу дикона. 3 секунды, к вару подбегите кто-нибудь, тень его ношу. Кого укусить? Ну, быстрее, быстрее, передай, любого, главное. Да. Передай быстрее в кого-нибудь. Да. И вот эти 8, следующим 8. Говорю, кто не, не укушен. Два лока. Шаду, призван, рависта, вилания. Из рок не укушен крипто и седж.
Еще Мэтфокс. Еще Мэтфокс, Холлигрим. И Закхан еще. Выбирайте себе укус. Это Фир. И максимальный сейв. Максимальный, прям на хп, быстренько. На хп, читай. Читай. Сейв. Бабл, гамушин прожми. Хуярьте, хилим. Блять, крипто минус. Быстренько захиливаем. Крипто, ресай, друид, инвалид. И сейчас незыбка откатывается, незыбку сразу давай. Друид, инвалид, ресай, крипто. Или КД у него, или чё? Вот. Друид, инвалид, ресай, крипту. Рогу. А, все резнули? Сейчас стенем. Долфин. Самое главное, сейчас захильтесь. Быстрее на фул захильте людей. Ну, топа захуяр. Захуярьте его. Это пиздец, блять. Ну что у вас с фреймами, нахуй? Ну почему? Сука, блять, мудаки. У меня до сих пор так укуса нету. Ну, просто сдохли два. Хуярим. До берсы 40 секунд. Хуярим за всех сил. А, тени, да? Спасибо, нахуй. Что это? Пиздец, блять. Что? Да, убьете. Ну, должна убить. 20 секунд. Баблы. Закхан, еще не укушен. И Яровисто укушу. Да, укусите кого-то с ДД. Если что, Войд, еще бидон не люблю, выберите. Войд. Добейте. Полидринг, Закхан еще в первую очередь укусите. И баблы готовь. Ну, баблы где? А как я умер? Еле-еле, блять. О-о-о. Повезло. Войд, спасибо, нахуй. Понял, ну, это получается на ныл? На ныл, нахуй. А, бля, меня покров убил. Я весь бой так... Меня, кстати, так и никто и не укусил, блядь. А зачем тебя кусать? Да там, блядь, типы, нахуй. Будешь покусанным. С рейдфреймами, нахуй. В вампиров превратились, блядь. Как дела там, топа с бигдем? Похуй, типы не укушенные, блядь, в рейде, блядь. Похуй, блядь. Ну, блядь, я... Я сделал попытку укусить 7 человек за 10 секунд. Не, ну, мне просто интересно, у вас лагает или... Ну, я называл, кто не укушен. Вы... Ну, я не понимаю, как... Меня Равис почему-то не кусался, хотя он не укушенный. Просто пойми, что помимо этого еще 8 человек пытаются кого-то укусить. У меня появился фрейм с укусом, и я умер моментально. Он укушен, по-моему, был. Не, ну там... Так, у тебя когда появился фрейм, там этот пакт заюзался, и ты от пакта сдох. Там хилов не было. А, да? Лол. Да, да. Спасибо за механику. Ясно, нахуй, короче. Я уже за Ханыча хотел кусать. Все понятно, блядь. На кого я там отдал? Топовые игроки, не топовые, получается, уже. Слышите, да. Чё, этот, кто там, героический, да, я тебе отдал? Это, да. По-моему, их там обычный был, ладно, этот. Да, представь, мне дал обычный. Да тихо. Линкани в рейд, кому там надо, я PvP посмотрю. А то что-то... Там я возьму себе пятый кусок. Не, ладно. Ты уверен, блядь, пятый кусок, там типы, блядь, не одетые ходят. У тебя этих пятых кусков уже, знаешь сколько, на ДД, блядь, фул 5 кусков. И еще, блядь, на танке, наверное, блядь. Почему этот героический-то один? Ну что поделаешь, что на этот кусок мало народу? Один, всего 4. Четыре всего. Кому еще там надо куски? Ну, блядь, бигдэм, нахуй. Кому еще там? Кому еще там? Там вот Prison, Бидон, Хэлла, посмотрите. А там же Варовский, да, токен выпал? Если никто не осветил, там кто-то падал. Ну... Нет, там падал до этого. Но если вы сильно щедрый, тем можете мне отдать. Я бы забрал на рогу голову. Он там бидон пишет ласт, а у тебя хило сколько апнутых. А у меня одна такая сегодня вот вырвалась. Бодикон на ГЦ, блять, собрал осколки. Ты собрал? Нет, вы там. Ну я квест сдаю сейчас. А за кем надо наблюдать, Равист? Это этот. Короче, кому токен отдаешь? Или ты себе оставляешь? Нашел. Токен паролом, блин. Кому надо токен? Есть палка. Все, ты палку получил? А у тебя получается итем был уже, да? Да, я брал на него. Там на рогу токен падал. Кто его забрал? Вон призен. Вайлофара, по-моему, забрал. Вайлофара сурка забрал. А в натуре? Да, да. А че, ты не жал вроде? Лежал. Да, да, я просто спросил. Я призван, он дает это? Да, ну давай призану. Кули, лучше апнуть кого-то. И так крутой.
Да нахуй, баров в говно вообще, нахуй, нерфят твари. Отойдите там, чтобы не сдохнуть, или прожмитесь. Хуяришь себе, блядь. А можно на мой кусок людей не будет тоже так? В пол полироли, блядь, зарабатываешь золото, нахуй, и все равно, нахуй, где-то там, блядь, в середине рекаунта болтаешь. Осколки есть кому собирать? Он их кукмастера плюсует. Есть. Я собираю, то мне тоже надо. Я есть, кстати, тут Алфер, вот там есть. В рейде прям сижу в рейде. Я могу на ДК пособирать. Ну, легко, бля. Вообще. Замены вроде не имеется. 3DS надо. Ага, понятно. Ну, у меня на друиде 1DS есть. Ну, у меня 200к ОД есть, думаю, найду. Так, смотрите, я всю пачку сагрил, поэтому сюда лучше не подходите, блядь. Пизды дадут вам очень быстро. Лучше выйдите, роги, то пизды сейчас дадут. Вихри прокастуются. И все, и жопа. Так, аккуратненько, если вихря нет, верком подбивайте на редже. Так, да, ну шелфир, да. А сколько у тебя осколков? 11. Я 13. Интересно, варов Т5 дамажит, нет? Я думаю, тоже. Да должны. Какашка полная. Ну, явно больше, чем, блядь, в Т4 будет. Ну, скорее всего, они так и сделают, что в Т5 ты будешь больше. Тысяч на 5 точно больше будет. Ну, да, обидно, блядь. А кто топ-1? ДКшники там, по-моему, в этом платок будут дамажить сильно. Совы, говорят. Тенхи. Говорят, совы. Или мой, блядь. Да, блядь, вы не смотрите с X2, там есть, блядь, в брюлях просто тела бегают, и все, и вам кажется, что, блядь, они дамажат. Петрики будут дамаживать. Да, в натуре. Мишки будет дамажить. Брюли очень сильно апают. А чё, Вайт все шею так забрал, да? Без этого, без... Без ГП? Без ГП. Не, да? вроде не накидывал еще. Осуждаю. Хуя себе, блядь. Короче, надо следить. Тоже Т5 хочет, короче, одеть. Так... Следите за ним, блядь, то смотри, что делает, блядь. Так ебать, я трэш танчил, блядь. Дедушка, память, не успел накинуть чуть-чуть. Наебывает на ходу, короче. Следите, пацаны. Ну подожди, не наебешь, не проживешь, ну в смысле, блядь. Не, это я просто не успел накинуть. Вот бы да, шкаф с самолем с собой пиздатую. О, видишь, даже ничего не поменялось. Так, надо водикона осмотреть. Четко. 40. А я там видел это, видел, кто-то за сотку хотел забрать. Да. Реально, что ли? Да. Я что-то вроде не видел. Опа, а никто не успел нажать, ты сразу себе скинул. Ну да. Ебать, смотри, какая пуха у него. Да, ну нахуй. Сколько она мастерства? Ой, сразу работает? Зачарил, что ли? Ну, его, наверное, да, я уже все подготовил, да. Так, ну я слева, короче. А чё у тебя здесь, типа, этот, ювелирный один стоит? Давай, а Вилани, спекайся. Да, все было, только полетаешь тоже. Окей. Так, ну за гламуром полетаешь. С вами там друид-инвалид, Мэтфокс, кто с вас летал? В эти, в портал. Не, я не летал. Мэтфокс, ты летал? Кто мощнее, Равист или Вадикон? Будет теперь. Сейчас узнаем. Ну, у Рависта еще две власти, Гер. Да, а, власти Равист. Это фигня. Мэтфокс, полетаешь с хэпалами, их походу. Вадикон, ты уже палку собрал, да? Да, уже все.
Красава. Ну, власть это не фигня, ты посмотри, какие санкции сделали. Так. Видел, сколько власть дамажит? 10-11% просто. Это две. Золота. А кто там следующий после Вадикона? Ну, у меня на маге она дамажит 4,5. У него две, у него два раза чаще бьет. С обычку. А у него 11 это примерно. 11, сейчас я гляну. Процент. После Вадикона Хукмастер был, потом Шелфир. У меня, кстати, на маге такая же. Это тоже долгонок и тоже власть. Ну сейчас пускай Шелфиры собирают. С обычки. Так. Вадикон собрал. Так Ваня определился, он на ком, на роге или на шопе играет вообще? Видишь, какой у нас рог? Все. Уже определился. Ну почему, я на рогу тоже APLT. Хожу рога еще. Так, Хукмастер шеф. Ну пускай сейчас Шелфир собирает, раз он в рейде. Так. Давайте еще три босса назад.